Блокчейн задает новые тренды в инвестиционной сфере. Проект Nous создал блокчейн-платформу, позволяющую обеспечить надежное и прозрачное взаимодействие инвесторов и инвестиционных фондов. Планируется, что благодаря инновационному подходу будут решены вопросы привлечения капитала, прозрачности обмена, децентрализованного и безопасного хранения активов. Проект запустил предварительную продажу токенов Nous. Она продлится до 25 декабря. Инвесторы могут приобрести 8000 токенов Nous за один эфир. Как отмечают эксперты, использование блокчейн и криптовалюты может изменить финансовый рынок, способствовать созданию новой инвестиционной ниши токенизированных активов и использованию их в работе инвестиционных фондов.